Гражданский сектор аэропорта «Бельбек» построит за 1 миллиард 198 миллионов рублей. Журналисты интернет-издания «Форпост» обнаружили соответствующий тендер на портале госзакупок. Это один из объектов федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Заказчиком выступает акционерное общество «Международный аэропорт Симферополь», филиалом которого и станет «Бельбек». Работы необходимо будет выполнить за год с момента подписания контракта. В техническом задании сказано, что подрядчик должен будет построить перрон на 4 воздушных судна и 2 посадочные площадки для вертолетов типа Ми-8. Кроме того, необходимо оборудовать колонки технического обслуживания самолетов, светосигнальное оборудование и освещение. По периметру появится забор с откатными воротами и 2 контрольно-пропускными пунктами. Предусмотрено создание инженерных коммуникаций. Общая площадь участка более 21 гектара, из которых 3,8 предназначены для аэродромного покрытия, а 11,65 – под озеленение. Отмечается, что воздушная гавань по плану будет принимать бизнес-джеты и административные борты типа А-319, АН-24, GLF-5, Ту-204, 214.